Центральный парк – любимое место отдыха жителей Видного. Здесь постоянно проводят разные мероприятия для детей и взрослых. Например, каждую пятницу сотрудники парка организуют детский праздник с танцевальной программой и аниматором в костюме. Проводят мастер-классы. Это мероприятие стало традиционным. Детям очень нравится, родители тоже довольны, то, что можно провести время на свежем воздухе с пользой и повеселиться. Местные жители давно полюбили подобные детские праздники и стали постоянными гостями. А в солнечную теплую погоду посещать такие мероприятия вдвойне приятно. Мы стараемся каждую пятницу сюда приходить и играть с аниматором. Очень все нравится, интересно, все очень здорово. Почаще бы такие устраивали здесь мероприятия. Спасибо большое тому, кто организатор этих выступлений. Спасибо большое вам. Спасибо большое. В общем, спасибо большое всему хорошему и всему доброму. Юные гости вместе со сказочным персонажем от души повеселились на сцене Видновского центрального парка. Приходите со своими детьми в следующую пятницу и станьте частью культурной жизни Ленинского городского округа. Юлия Стаферова, Алексей Стафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.